Еду в санаторий. Помнишь, я рассказывала? Мне, очевидно, нужно подлечиться. Приветствую в Транквилум Хаусе. Вас ждет исцеление. Это будет прекрасно. Не сомневаюсь. Вы довольны своей жизнью? У нас проблемы. Либо исправим их, либо... конец. Такое тихое место. Сколько тут гостей? Всего 9. Наверное, зря я сюда приехал. Кое в чем лучше не копаться. Видели ее? Хозяйку дома. Она управляется с гостями так же ловко, как бармен с бутылками. Говорят, она полностью меняет людей. Вы приехали исцелиться. Вас ждет прекрасное путешествие. Порой оно будет неприятным. Не хочу страдать. Ты уже страдаешь. Я теперь будто и не я вовсе. Бояться нечего, теперь вы мои. И вы этому рады. 9 совсем незнакомых людей.